Как всегда, у нас много интересных новостей. Я начну с традиционных новостей по мессенджеру. Но у меня, знаете, к вам такой вопрос. Вот много раз смотрим мы ролик, и вот, наверное, у всех в голове есть такое ощущение, вот как сделать в жизни так, чтобы в жизни все менялось с такой же калейдоскопической скоростью, как в ролике. И многим кажется, наверное, что в жизни у них вот эти изменения положительные происходят не так быстро, как хотелось. Но есть, наверное, золотое правило, состоящее в том, чтобы быстро происходили изменения, необходимо вложить потенциально такое же количество энергии, которое потом взорвется, и эти изменения произойдут. Закон сохранения энергии. На какой-то одной из конференций я говорю, что мало прибить подкову, просто ходить, не надо работать так, как лошадь, извините за выражение. Поэтому для того, чтобы в жизни произошли положительные изменения, необходимо инвестировать в свою жизнь. Время, силы, иногда даже здоровье. Итак, начинаю традиционно. По поводу планов, до 12 декабря будет спринт добавления блокировки юзера. Можно будет разблокировать подготовку базы под реализацию функции форварда. Свейп картинок галереи чата будет сделано как в веб и в Android для iOS. Расположение текста в кнопках для бота. В вебе добавление экрана. Информация о пользователе, было необходимо, чтобы реализовать функционал блокировки. В iOS доведение функционала отображения статуса просмотрено и отображение времени отправки после каждого сообщения. Плюс в iOS, то, что я сказал, свайп картинок галереи чата. В Android более корректное отображение видео в галерее с возможностью поделиться и удалить. Будьте добры, следующий слайд. И есть в планах, несмотря на то, что декабрь, и в каких-то странах уже готовятся к Рождеству, буквально через неделю, дней 10 начнутся рождественские каникулы, но в любом случае до 29 декабря мы увеличим стабильность приложений путем уменьшения технического долга. Я уже как-то это объяснял, что мы все время наворачиваем функционал, и те баги, которые есть, и вы о них знаете, вы о них пишете, мы их не исправляли, потому что мы все время шагаем с функционалом. В частности, по Marketspace нам это крайне важно, потому что мы на своих презентациях, которые мы проводим в фондах, всегда демонстрируем Marketspace. Я сегодня об этом подробнее расскажу. Не о Marketspace, а расскажу вам о видении, которое у нас есть, и хотелось бы, вдруг мы поняли, что это видение необходимо донести большому количеству людей, потому что оно трансформируется, меняется. Важно, чтобы
все понимали, что мы делаем, мы будем делать в ближайшее время или в какой-то среднесрочной перспективе. Значит, второе, реализация функционала блокировки. Заблокированных людей нельзя будет приглашать в группы, в паблики. Изменение дизайна веб-части, экраны будут переделаны в модальные окна. Ну, это такой современный дизайн. Увеличение размера картинок в чате iOS и подготовка серверной части под реализацию функции форварда. И обновленный дизайн экрана групп Info. Это то, что мы успеем сделать в этом году. Сейчас мы занимаемся именно стабилизацией и исправлением багов. Есть одна очень интересная новость, и хотелось бы ее вам донести, потому что акции продажи у нас заканчиваются, вы видите, они заканчиваются достаточно быстро. И мы с нашей компанией Custodian Service примерно обозначили срок, что с 1 февраля 2019 года мы закроем реестр акционеров GEM4Me Investment PLC. То есть всем инвесторам необходимо подать документы для внесения в реестр акционеров. И есть у нас такие нормативные требования, что как только мы заканчиваем продажу акций, у нас есть определенное время, чтобы мы закрыли этот реестр. После того, как реестр акционеров будет закрыт, акционеров будет закрыт, попасть туда будет невозможно. И мы вас предупреждаем, мы сделаем отдельную рассылку по этому поводу. И хотим обратиться ко всем тем, кто является владельцем акций, как купленных, так и подарочных. То, что касается купленных акций, для того, чтобы попасть в реестр акционеров, никаких дополнительных вложений не надо, никаких дополнительных денежных вложений, я имею в виду, не надо. Вам нужно просто предоставить необходимые документы для того, чтобы Custodian Service внес вас в реестр акционеров. Те, у кого есть еще и подарочные акции, необходимо выполнить дополнительные условия, они 100 раз озвучены. Еще раз хочу всем сказать, вы, пожалуйста, не пугайтесь, то есть у нас есть еще времени, достаточно много. Все документы, поданные на верификацию, будут рассмотрены, они будут приняты, будут сделаны. То есть мы, скажем, сделаем все, чтобы все попали в реестр акционеров, все те, кто владеет акциями, кто их купил. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Еще раз повторяю, что мы сделаем дополнительную рассылку, связанную именно с этим. И нужно уведомить всех тех людей, которые являются владельцами акций, что им необходимо внести документы для того, чтобы они прошли верификацию и попали в реестр акционеров. Потому что по прошествии определенного времени, когда реестр акционеров будет закрыт, дополнительно мы внести никого не сможем, потому что private placement, который мы с вами осуществляем, он будет завершен. И мы переходим к совершенно новому этапу развития. Итак, теперь давайте поговорим о видении, потому что мы столкнулись с тем, что за весь промежуток проекта видение несколько менялось, так оно в принципе и должно быть, потому что время не стоит на месте, и мы живем в высококонкурентное время. Поэтому оставаться железобетонным основанием мы не можем. Мы меняемся вслед за временем, меняемся вслед за экономической ситуацией, меняемся исходя из тех потребностей, которые существуют на рынке. Итак, я очень коротко постараюсь донести наше видение и почему оно сформировалось именно таким образом. Значит, всем уже понятно, что на сегодняшний момент мессенджер – это миллиардный бизнес. История сделок показывает, что даже не будучи лидером рынка, мессенджер может стоить значительные суммы, то есть миллиарды долларов. На слайде вы видите примерные оценки мессенджеров, но эти оценки, может быть, в большинстве случаев устаревшие, но очень быстро динамически меняющиеся. И те, кто обладает сейчас мессенджерами, они в принципе обладают достаточно солидным состоянием, которое можно монетизировать. Мы постоянно проводим с определенной периодичностью, в зависимости от требований, проводим оценки бизнеса. То есть мы начинали с апреля 2017 года с оценки 47 миллионов
евро. И в июне 2018 года 156, ну, фактически 157 миллионов. Я думаю, что когда-то наступит определенный промежуток времени, когда мы сделаем еще одну оценку мессенджера, причем это зависит не только от количества пользователей, но там от многих-многих характеристик, потому что мы, когда занимались оценкой мессенджера, то наши аудиторы применяли там понижающие коэффициенты, потому что мессенджер был не до конца функционален. Теперь мы очень сильно функционал расширяем, в том числе и за счет Marketplace. И эта оценка будет, ну, я уверен, в этом значительно увеличена. То есть мы с тенденцией, помните, когда мы начинали, мы говорили, что мы не просто строим мессенджер, мы строим мессенджер с экосистемой. Теперь мы точно определили, что в качестве этой экосистемы является торгово-финансовая платформа MarketSpace. И понятно, что очень многие компании смотрят в эту сторону. Сейчас все запускают маркетплейсы, MarketSpace, начиная от банков. В России вообще Центробанк решил создать MarketSpace финансовых услуг. Но понятно, что у нас есть одно важное, колоссальное преимущество. Оно состоит в том, что мы не просто делаем marketplace, мы делаем универсальную, будьте добры, следующий слайд, блочную платформу со следующими характеристиками. То есть это универсальная блочная платформа, она предназначена не только для продавцов, но и для покупателей. То есть это win-win, что называется, выгодная всем система. То есть marketplace — это новая концепция маркетинга, которая представляет из себя так называемую двунаправленную коммерцию. И покупатель своим выбором на MarketSpace становится реальной силой, потому что у нас появляются рейтинги на блокчейне и многие вещи, которые делают покупателя своего рода таким маленьким диктатором. Фонд исследований электронной коммерции показал, что через маркетплейсы будут совершаться до 50% объемов продаж в интернете в ближайшие 4 года. То есть это следующая ступень электронной коммерции, про нее уже больше там, 15 лет говорят. Начиналось это с примитивных магазинов, сейчас вот перерождается в маркетплейс. И самое интересное, что маркетплейсы — это очень интересный лакомый кусок для инвесторов, особенно те, которые уже развиты с развитой финансовой инфраструктурой и с большим количеством пользователей. Поэтому все, что мы сейчас делаем, это укладывается в двух направлениях. И связано с тем, что мы развиваем MarketSpace, где можно реализовать громадное количество функций. Будьте добры, следующий слайд мне поставьте. То есть там можно, так как мы в основу MarketSpace положили, тоже очень важный момент, хочу его подчеркнуть, именно искусственный интеллект. Сейчас многие говорят про искусственный интеллект, про вложение в разработку искусственного интеллекта. Это сети такие, нейросети, самообучающиеся. Мы развернули внутри мессенджера бот-платформу, то есть платформу роботов, которая очень сильно ускоряет процесс. И когда-то, помните, на конференции в Минске Шатров рассказывал про так называемую разговорную экономику. Разговорная – это не в смысле собрались поговорить, да, и на этом заработали денег, а разговорная – это в смысле того, что вы общаетесь с ботом, вы даже, может быть, не всегда замечаете это, и он очень многие операции упрощает, ускоряет и позволяет создать магазин, предложить любые товары, продавать различные товары и услуги в рамках закона, находить эти продукты, покупать, продавать, находить ближайший ресторан, получать кэшбэк и многие-многие операции осуществлять именно с использованием бота. Поначалу это не совсем привычно, но со временем ты понимаешь, насколько это быстро, корректно, самое главное, отнимает мало времени и дает возможность
получать удовольствие от того, что вы делаете. У нас уже сейчас работают магазины, можно посмотреть примеры. И я был недавно в Европе, буквально там четверг-пятницу, решил посмотреть, есть ли магазины поблизости, и оказались магазины. Правда, не совсем близко, но ресторана не нашел, а магазины уже есть. И сама по себе платформа, упрощающая, помните, я очень много делал на этом акцент, что косты бизнеса, то есть счета бизнеса, ведущиеся через платформу, они очень сильно уменьшаются, очень выгодно. То есть для того, чтобы получить такого же уровня представительства в интернет, необходимо внести значительное количество денег в разработку. И мы пошли по пути создания моделей для тех, у кого уже есть сайт и очень легко оказаться в маркетплейсе. Для тех, у кого нет сайта, нет работающего сайта, то есть можно попасть в каталог, внести каждый товар. И потому что у нас есть опыт, мы когда-то начинали создавать мобильные приложения для предпринимателей и столкнулись с тем, что ну, процентов у 90 предпринимателей нет сайта. И для нас это было таким культурным шоком. Вроде бы мы живем во время, когда все на заборах пишут, если тебя нет в интернет, у тебя значит нет. Но оказывается, вот таких крупных, интенсивно развивающихся интеллектуальных центрах, городах, как Екатеринбург, или там, Челябинск, или еще какой-то город на Урале, нет у людей абсолютно своего представительства в интернете. Поэтому мы пошли по пути, что мы, в принципе, за вас делаем все. То есть мы создаем, вернее, даем вам возможность это создать нажатием там четырех кнопок. И нам крайне важно сейчас понимать, что мессенджеры – это очень здорово. Есть мессенджер один, и то он в Китае с маркетплейсом, то есть это WeChat. Есть большие, громадные маркетплейсы, такие как Alibaba Group, Amazon, и они там разделяются уже на различные региональные маркетплейсы. Ну а мы находимся в такой категории между мессенджерами и переходной между мессенджерами и громадными маркетплейсами. В этом и состоит наше очень-очень большое конкурентное преимущество. Пока это еще не оценено, вот если вы на слайде посмотрите, то есть мы поместили наш маркетплейс между WeChat и Amazon. Не только с точки зрения функционала, но, возможно, с точки зрения потенциальной стоимости развития и понимаете, что мы осуществили? Мы двигаемся от мессенджера Jamfami, то есть мы это уже осуществили, глобальной торгово-финансовой платформы Jamfami Marketplace. То есть мы, может быть, осознанно, неосознанно, но так получилось, перемещаемся в сегмент рынка, который очень стоит гораздо, чем мессенджеры. То есть на порядок стоимость. Я объясню сейчас, почему, в чем состоит стратегия. Именно в том, что большинство мессенджеров, они на сегодняшний момент практически не имеют инструментов по монетизации. А мы создаем инструмент привлечения крупных инвесторов именно за счет того, что мы показываем монетизацию. И за счет этого каждая акция, стоимость нашей акции и мессенджер Jamfami, и проекта Jamfami Marketplace неразрывно связанного с мессенджером, приобретает особенную ценность. И вы видите, что мы заранее вас предупреждаем, что мы будем закрывать там реестр акционеров, потому что реально акции заканчиваются. То есть давайте вместе теперь посмотрим, как мы примерно в общих чертах, скажем так, более детально мы поймем, как будет проходить монетизация, когда запустим все интернет, все сервисы. То есть мессенджеры, если посмотреть на слайд, то большинство мессенджеров не имеют монетизации. То есть нет монетизации в Viber как таковой, да, монетизация в Telegram отсутствует, она только запланирована. Монетизация отсутствует в WhatsApp просто-напросто.
И понятно, что все сейчас стремятся к тому, чтобы появилась монетизация. В WeChat монетизация именно рождается из маркетплейса, из денежных транзакций. Это то, не то, что мы там подсмотрели, но это абсолютно естественно. И мы это реализуем. Вы помните, что у нас был механизм перевода денег внутри мессенджера. Мы его сейчас выводим на более высокий технологический и географический уровень. То есть это в том числе транзакции в криптовалютах, транзакции бесшовные, про которые мы много рассказываем. На самом деле это всего лишь наши транзакции, которые вы не замечаете, как ваша там криптовалюта меняется на фиатную валюту и выводится. Ну и монетизация через рекламу – это то, что сейчас наиболее актуально и наиболее приносит денег. Потому что если посмотреть вообще все инструменты, которые, будьте добры, следующий слайд, присутствуют для монетизации мессенджера, то они складываются Jam4Me, MarketSpace, ну и Smart Wallet. То есть в компании мы разработали детальный план монетизации всех трех элементов, и часть сервисов монетизации уже приносит доход. Ну, наверное, те, кто звонят через мессенджер, видят, что появилась реклама. Ну, пусть она у нас сейчас приносит там не десятки миллионов в месяц, а приносит там десятки тысяч долларов в месяц, но это всего лишь начало. Мы отрабатываем механизм. Есть еще реклама в бизнес-чатах, и она обязательно появится. Реклама, размещаемая отдельными крупными рекламодателями, типа Discovery, это в Snapchat она есть. Ну и есть еще информационный чат по типу Telegram. Это тоже, в общем-то, все те механизмы продвижения рекламы, которые присутствуют на сегодняшний день на рынке, и мы это все реализуем у себя. Помните, я вам рассказывал чуть в прошлой своей презентации, я именно говорил о наличии рекламы, о том, что мессенджеры остаются одним из немногих каналов, которые проникают сквозь информационный шум. На эту тему можно много, целую лекцию можно прочесть для тех, кто занимается рекламой, но само по себе наличие мессенджера на вашем смартфоне дает доступ к всем вашим контактам. То есть вообще мессенджер, я говорил об этом, максимально проникающее мобильное приложение. Реклама в Marketplace является одним из самых перспективных направлений, связанных с монетизацией глобальной торговой платформы. А вторым источником монетизации является так называемая арендная плата за маркет, ну либо арендная, не арендная плата, а когда люди делают какую-то покупку, берется процент от их транзакций. По-моему, я рассказывал о том, что в Amazon все магазины платят 17% с транзакции. Представляете, какие это деньги. Поэтому Amazon очень дорого стоит, сейчас обходит по капитализации все и Apple, и Google. В принципе, даже если мы сделаем в нашем Marketplace не 17%, а 7%, то есть мы сможем сначала привлечь мелких, потом более крупных и более, еще более крупных продавцов. Следующее направление монетизации – это Smart Wallet. Ну, с этим все понятно. Переводите деньги, ввод, вывод. Это все осуществляется за какой-то процент, разумный процент, конкурентоспособный, но в любом случае это приносит определенный доход и приносит определенные деньги. Я думаю, что самое главное состоит в следующем, в том, что то, вот, о чем я вам сейчас рассказываю, это не проекты будущего, это то, что сейчас уже работает. То есть уже работает. Это работает в различных тестовых режимах, это работает на каких-то рынках, на каких-то это не работает, но постепенно мы вот этот пазл собираем, и проект вышел на финишную прямую. Я думаю, что для всех тех, кто хочет участвовать, стать частью будущего, особенно в условиях того, что акции заканчиваются, вам необходимо очень-очень быстро работать и сделать так, чтобы у вас было максимальное количество акций. Вот и все, что я хотел на сегодня сказать. Мне кажется, это вполне доступное, достойное видение нашего с вами будущего. Спасибо большое за внимание, всем удачи.
Я передаю слово Александру Брониславовичу Кочиновскому. Очень коротко, джентльмен. Что же это такое? Прежде всего, это идея народного бизнеса, который стирает полностью цифровые и финансовые границы. Это мессенджер, который не имеет монопольных инвесторов, потому что у нас есть система краудинвестинга. За счет этого мы не имеем монопольных инвесторов. Далее. Это международная торговая платформа MarketSpace, на которой можно сегодня разместить совершенно любому свой бизнес и услуги. Немножко подробнее позже. Без посредников, за счет ботов с искусственным интеллектом. Это платежная система без банкиров, которая позволяет вам, используя систему ботов и блокчейн-технологий, делать финансовые операции. Это продвинутый стартап, он уже развивается с 2015 года и охватил аудиторию более 7 миллионов, и его стоимость выросла за последние 4 года в 5 раз. Первый в мире глобальный MarketSpace разместился на базе мессенджера Jet4Me. И фонд исследований сегодня говорит о том, что в ближайшие 4 года через маркетплейсы будут совершаться более 50% различных торговых операций. Что предлагаем непосредственно мы? Мы даем возможность нашим клиентам получать возможность быстро находить любые товары и услуги, получать кэшбэк на собственную карту, оплачивать товары криптовалютой и фиатной валютой и очень-очень многое другое. Это и рейтинг, это и возможность получить отзывы. Наши компании, предприниматели и частные лица могут бесплатно получить новый современный канал сбыта. Это, наверное, основа для развития любого современного бизнеса сегодня. Дальше. Могут получить новых клиентов за пределами своего города, своей страны и своего региона. Могут легко и быстро создать любой маркет и предложить от одного до нескольких десятков тысяч наименований товаров и продвигать их, и не только товары, а также любые услуги. Время. Общий объем инвестиций уже за 4 года 37 с лишним миллионов. Ну, в принципе, действительно, объем информации очень большой. Я благодарю вас за внимание. Вы можете подойти ко мне и взять у меня материалы, печатную визитку. Спасибо вам огромное. Спасибо. Итак, смотрите, очень интересную мы запись поставили, даже вызвал вопрос, а не новый ли это член совета директоров. Поясняю, что Галина Антонян – это крупный лидер, который работает в России, на юге России, и вот здесь короткую запись мы выложили, ее презентации нашего проекта на крупном стартап-форуме в Краснодаре, на который прошел. Сейчас здесь дата не стоит. В общем, он был в прошлую субботу, если не ошибаюсь. Вот. И просто очень интересен сам факт того, что видение, которое рассказывал Валерий Николаевич, о том, что наш проект выходит на совершенно другой уровень, и сегодня нами интересуются компании, нами интересуются форумы, приглашают. И в этом плане вот очень интересен показательный этот опыт, когда можно на 600 человек, 600 потенциальных инвесторов выйти с нашим проектом, показать его, рассказать, получить обратную связь, получить интерес. И это, конечно, то, что все вы можете сделать. Можно запросить слайды у Галины, можно обратиться в совет директоров со слайдами. Это действительно очень хорошее, такое яркое событие. Оно у нас, конечно, не первое, но их с каждым месяцем, я уверен, что будет больше, больше и больше. Вот Галина пишет нам: я немного волновалась, не уложилась в минуту, которая была выделена участникам конференции по регламенту. Но самое главное, что Краснодар услышал о нашем Jet4Me. В перерывах между выступлениями мы с Таисией Черновой и Ольгой Кудиновой раздали участникам брошюры для первого знакомства с нашим проектом. Большой интерес к Jet4Me у людей, которые брали рекламные материалы. Первое золотое зерно на Краснодарской земле мы посеяли. Теперь нужно отработать, чтобы получить результат. Мы уже начали проводить первые встречи в офисе Краснодара. Вот такое вот хорошее, яркое событие. Я не мог вам об этом не рассказать. Это действительно интересно, действительно важно. И это вот опыт презентации
презентации нашего проекта, в котором вы все являетесь акционерами, перед потенциальными новыми инвесторами. В этом плане, конечно же, каждый из вас может быть директором компании, членом Совета директоров, как вы себя ни назовете. Самое главное, это тот результат, который вы принесете в проект и для себя лично. Вот, Галину уже приглашают здесь приехать к ним и тоже принять участие в аналогичном, видимо, форуме. Вот, ну а я перехожу к нашим новостям, которых у нас всегда много, всегда интересные и всегда полезные с точки зрения личных доходов. Ну, первое, это 6 миллионов 810 тысяч участников вы видите, рост количества участников. Ну и далее это традиционная рубрика с доходами партнеров за прошедшую неделю. Давайте посмотрим доходы от 1000 евро, от Канады до вот где-то там глубокой Сибири. Ну, зачитаем эти города. 1000 евро – это Тюмень и Мох-Соголох. Хотел посмотреть, не успел, к сожалению, посмотреть, что это за город, очень интересно. Но обязательно посмотрю. 1019 евро – город Абинск, я так понимаю, это Сибирь наша, российская. Значит, 1050 евро – Москва, 1100 евро – Екатеринбург, Кызыл и снова Москва, 1200 евро – Ижевск, 1300 – Санкт-Петербург, 2130 – Первоуральск, 2600 – Калининград, 2619 – Уфа, 3600 евро – Киев, 3900 – Мурманск и, наконец, лидирует наш партнер из города Мэйпл, Канада, с доходом за прошлую неделю 4000 евро. Абинск – это Красноярский край, мне подсказывают, здорово. И Якутия – вот тот первый город, который не так легко с первого раза запомнить. Я приношу извинения, вот, будем знать, что это в Якутии. Абинск, Красноярский, Краснодарский край, да-да-да-да-да, извините, я не так прочитал, Краснодарский край, возможно, это результат того мероприятия, которое проводила Галина. Значит, по поводу бизнес-активности партнеров и в реестр, и внесения в реестр акционеров. Я поясню вот тот слайд, который показывал Валерий Николаевич, о том, что 1 числа завершается внесение в реестр акционеров, но это не означает, что если вы вдруг там не подали документы, вернее, подали документы, но буквально накануне, то все. А, естественно, документы должны быть поданы. Есть небольшая очередь, сегодня она составляет менее 10 дней на внесение в реестр акционеров, поэтому задача очень простая. Просто подать документы, это два документа, в общем-то, вы о них хорошо знаете. Это паспорт и так называемый utility bill, то есть подтверждение проживания. Да. Вот этот сайт, поэтому не надо вот все бросать и сегодня бежать. Время есть практически 2 месяца. Документы готовятся, достаточно стандартные. Служба поддержки поможет вам, подскажет, как именно правильно подготовить документы. По сути дела, это сканы вот этих двух документов, отправить в компанию. И потом, если вы отправили в декабре или в январе, то все нормально, никто не скажет, что, вот, извините, не успели внести. Обязательно всех внесем. Это просто, ну, как бы напоминание о том, что у нас есть партнеры, которые покупали акции, и эти акции, естественно, мы вносим без всяких вопросов. Партнеру нужно просто подать вот эти вот указанные документы для верификации, и его купленные акции будут внесены в реестр акционеров. Единственный вопрос заключается в том, что есть партнеры, у которых есть еще и подарочные акции. Это акции, так называемые спонсорские, это акции по карьере, это акции за различные маркетинговые мероприятия. И вот здесь, конечно, возникает необходимость, потому что многие партнеры когда-то что-то купили, когда-то что-то сделали и ждут, пока кто-то до них доведет начатое ими движение до полной победы и скажет, куда приходить за деньгами. Конечно же, все поддержание компании, развитие компании, оно требует денежных вливаний и солидных денежных вливаний. Поэтому мы пошли вот навстречу, не стали вам говорить, оплатите всю, пожалуйста, бизнес-поддержку, но бизнес-поддержку ровно за год вы должны оплатить к моменту внесения подарочных своих акций в реестр акционеров. Это у нас остается.
Значит, сроки вы видите до 31 декабря вот для этого действия. Дальше это будет несколько дороже. Ну и напоминаю вам о двух промоушенах, которые мы продлили по вашим просьбам, потому что они только-только начали вот доходить до некоторых партнеров. Вот, это 75% подарочных акций Market Space тем партнерам, которые сегодня приобретают акции мессенджера, акции компании Gem4me Investments. И соответствующая половина от этого получают спонсоры, тоже в зависимости от своего статуса. Этот промоушен мы продлили до 17 декабря, то есть еще на 7 дней, до следующего понедельника включительно. И второй промоушен, который у нас идет, который тоже понравился нашим партнерам, промоушен с 5% скидки на все паки, он тоже у нас будет действовать до 17 декабря, и потом он точно завершится 17 декабря, поэтому осталось ровно 7 дней с тем, чтобы этот промоушен получить. Это большой стимул для тех людей, с которыми вы работаете, ну а премии и размер вознаграждения не уменьшаются. Вот такие у нас сегодня коротко наши новости. Я думаю, что вы сегодня получили большой объем информации, которая вам для вас очень интересна. И желаю вам больших успехов. Передаю микрофон для новой порции новостей Наталье Борисовне Аршавской. Перейдем к моей части. Важной части, как всегда, наверное, самой важной, потому что будем поздравлять всех лидеров, которые сделали свой карьерный шаг, новый карьерный шаг. Кто-то открыл для себя карьерную лестницу, а кто-то ее продолжил. Я знаю, что на этой неделе много очень было тех, кто закрыл квалификации. Вот смотрите, сильвер-мастера у нас новые на экране появились. Надежда Князева, Уфа. Елена Кочетыгова, Уфа, сразу видно, Уфа поработала. Иван Малышев, Калья, Рузиля Курбанова, Нижний Манчар, Анна Чичикайла, Новополоцк, Беларусь, Людмила Брюханова, Екатеринбург, Россия, Анна Михалева, Первоуральск, Марина Перекопная, Комсомольск на Амуре, Нина Макарова, Новополоцк, Беларусь и Фенисей Мулюни, Индонезия, Восточная Джакарта. Вот такие у нас лидеры. Первый шаг закрыли, это очень важно, здорово, что появляются новые лидеры, что кто-то открывает новым лидерам путь в нашу звездную команду. Ну, смотрите, золотые мастера у нас тоже сегодня Россия, присутствует только из России. Россия, Раиса Пирожкова, Тамара Щелкова, Раиса, Тамара Сторожева, Междуреченск, Елена Башкирова, Екатеринбург и Лариса Полуротова, Хабаровск. Давайте посмотрим, кто у нас платину закрыл на этой неделе, за эту неделю. Я знаю, что у нас хороший урожай на платиновых мастеров. Это уже такая более тяжелая артиллерия. Это лидеры, за которыми уже идут большие группы. Ольга Брасенкова из Хабаровска. Надежда Ковалева, Махсагалох. Татьяна Глухих, Ижевск. И Индонезия опять нас радует. Город Купанг. Ерхинсон, Даниэль, Сору. Вот у нас какой новый лидер из Индонезии закрыл платинового мастера. И мы, конечно, радуемся за эту команду. Она от нас далеко. Им сложнее, они на другом языке говорят, но они крутые. Галина Смолякова, Санкт-Петербург, закрыла квалификацию Diamond мастера. И автоматически тем самым начала двигаться в директорскую команду. Это большая победа. И, конечно, мы поздравляем ее, ее спонсора Виктора. Но я думаю, мы с вами прочитаем как раз про нее отзыв и посмотрим на фотографию, которую прислал нам Виктор Смоляков, Санкт-Петербург, Россия. От всей души поздравляю Галину с достижением высокого статуса «Diamond Master».
Предназначение этой удивительной женщины – пробуждать и вдохновлять. Одной из ее замечательных способностей является умение найти нужную технологию, разобраться самой и донести до других. Как лучше жить и насколько важно получать удовольствие от жизни. Галина – экономист по образованию, является консультантом по управлению бизнесом и личностному росту, надежный друг и партнер. Галина, я желаю тебе скорейшего покорения следующих успешных карьерных ступеней и удивительных успехов в бизнесе. Ну, а мы, конечно же, присоединяемся, потому что мы очень рады, когда наша звездная команда пополняется вот такими успешными лидерами. Ну, это не все, это только начало еще. Мы сегодня еще будем много-много поздравлять. Давайте будем двигаться дальше. Итак, новая звезда в директорской команде. Москва. Татьяна Мельситова закрыла квалификацию Silver Director. Очень активно работает Москва, московская группа во главе с Александром Потаповым. Ну, давайте мы будем поздравлять как раз словами спонсора Танечку. Будьте добры, перелистните страничку. Ну вот, видите, познакомимся с Татьяной. Александр Потапов прислал ей поздравление. Снова в моей команде радостное событие – рождение нового Silver-директора. От всей души поздравляю Мельситову Татьяну с высоким карьерным достижением. Мне особенно приятно поздравить Татьяну, поскольку последний год мы довольно плотно работали в Москве. Вместе растили команду, вместе проводили мероприятия. На моих глазах Татьяна менялась и сама, постепенно становясь все спокойнее и увереннее. Незаметно новые внутренние изменения Татьяны поменяли и качественный состав команды. Образовался крепкий костяк. И стали приходить новые, серьезные и достойные партнеры. В Татьяне я увидел надежного единомышленника и ответственного партнера, который изо дня в день, не теряя энтузиазма, двигается в проекте, достигая отличных результатов. У Татьяны ККА 5 и отличный бонусный задел на каникулы. Благодарю Татьяну за отличную работу и желаю дальнейшего развития в нашем проекте, который дает всем возможность расти и достигать своих целей. Ну, я думаю, что мы только присоединиться можем, поздравить и Галину, и Татьяну, и, конечно, Александра с большой победой. Ну, а вот посмотрите, какая у нас такая матрешка, да, поздравлений. Вот очень часто так бывает, и нам всегда приятно видеть такие совместные рекорды. Татьяна Пангина поздравляет Татьяну Мельситову, спонсор. Танечка, поздравляю тебя с завершением карьеры мастеров и приближением к директорской ступеньке. Ты вышла на новый уровень своего развития. Ты руководитель, организатор и авторитет для своих партнеров. Сейчас это стало очевидным. Я знаю тебя уже несколько лет, но последний год был для тебя просто прорывным. Важным человеком в твоей жизни стал твой партнер Борис Бондаренко. Рука об руку вы строили свою команду, шаг за шагом двигаясь по карьерной лестнице. Вот, кстати, очень часто так бывает. Появляется какой-то звездный лидер в команде и сразу же прорыв. И потом вместе просто творят чудеса. А сейчас он стремительно наступает тебе на пятки, и это здорово. Неоценимую помощь в этом восхождении непрерывно оказывает наш верхний спонсор и главный рулевой Александр Потапов. Его переезд в Москву вдохнул в московскую структуру новую энергию и силу. Позволю себе и от твоего имени, и от себя лично поблагодарить Александра за постоянную поддержку команды. Систематические движения, встречи, регулярные мероприятия дают свои позитивные плоды. Благодарю тебя, Татьяна, за постоянство и стабильные движения, за веру в свою команду и в себя. Пусть лестница директоров будет для тебя короткой, а портфель акций тяжелым. Удачи и новых побед!
Ну что ж, поздравляем Александра Потапова, Татьяну Пангину, Татьяну Мельситову вот с такой мастерской работой, большой победой. И это тоже не все, не все еще. Смотрите, Москва рулит, ну вот вам, пожалуйста, Виктор Смоляков, Санкт-Петербург не отстает, золотой директор, одновременно серебряный директор Галина Смолякова, золотой директор Виктор Смоляков. Вот такие вот победы. Вы видите на фотографии их вместе с Алексеем Уваровым, и как раз его поздравления мы сейчас и зачитаем. Дорогой Виктор, от всей души поздравляю тебя с достижением значимого карьерного статуса «Голд-директор». Этот путь ты прошел легко и достойно, как настоящий лидер. И я уверен, что ты также легко достигнешь и следующих ступеней карьеры. В нужный момент ты всегда приходишь на помощь и своим мудрым советом помогаешь выйти победителем из любой трудной ситуации. Я горжусь дружбой с тобой и надеюсь, что у нас впереди еще яркие и большие победы. Ну что ж, мы присоединяемся, и это, конечно, здорово, когда вот так рука об руку мы поднимаемся на ступени карьерные, и когда вот такие отношения, спонсор, лидер, партнер, они искренние, естественные и радостные. Поздравляем вообще всех сегодняшних наших победителей карьеры, но хочется вообще рассказать, если здесь есть у нас, как всегда, новички, как мы развиваем города, как проходит жизнь у нас в регионах, вообще каким образом мы воспитываем лидеров. Вот вы видите лидерское турне Ольги Храмовой, Владимира Березы, город Сальск. Вот казалось бы, да, маленький город, небольшой совсем. Но лучше зачитаю Ольгин отчет. На выходных мы отработали в городе Сальск. Сальск небольшой городок, но потенциал у него есть. И чтобы его раскрыть, нужно активно работать. Здесь прошла уже вторая презентация, на которую собралось гораздо больше людей, что очень радует. Приглашенные впитывали информацию с большим интересом. Сразу же после нашей встречи был заключен новый контракт и намечены оплаты на следующую неделю. Очень радует серьезное отношение партнеров к бизнесу и позитивная энергетика в команде. Отличное начало положено, и мы работаем на увеличение команды. Кстати, вот Ольга и Владимир – мастера вот такой душевной командной работы в любом абсолютно небольшом городе. Вот любой абсолютно город, поселок, неважно, какие там люди. Другие, наверное, считают, что там в этих городах невозможно ничего найти, ничего создать, ничего развить, но это не так. На самом деле Ольга так не считает с Владимиром, и они там растят звезд своих и поднимают на очень высокий уровень карьеры, доходов. Просто берут как волшебники и меняют жизнь обычных людей, как сказка. Поэтому, конечно, мы от души поздравляем Ольгу с открытием Сальска, с тем, что большая победа, она всегда начинается с маленького какого-то первого шага. Ну а вот смотрите, как работает дружная команда Комсомольска на Амуре вместе с Хабаровской делегацией лидеров, я бы так сказала. 12 ноября в Комсомольске на Амуре состоялась работа команды партнеров из Хабаровска. Они приехали, чтобы провести месяц, смотрите, с партнерами этого города. Это Ольга Басенкова, Валентина Руденко, Марина Белякова и Татьяна Наумова. С 13 ноября началась активная работа по продвижению нашего любимого проекта Gym for Me. А 15 ноября уже был открыт офис. Вот такая серьезная команда приехала.
За месяц нами были проведены сотни встреч, более 10 презентаций. В офисе постоянно было много желающих узнать о нашем проекте. Каждый час проводились встречи по 5-7 человек одновременно. За месяц команда партнеров Комсомольска выросла на 39 человек. А те партнеры, которые пришли в бизнес до 12 ноября, увеличили свои пакеты акций. В команде появились яркие лидеры, которые за короткий срок закрыли карьерные статусы и получили чеки до 1000 евро. Ольга Басенкова закрыла карьерную ступень платинового мастера, Ольга Верещагина – золотого мастера, Нина Макарова и Марина Перекопная – сильвер-мастеров. Вот так работаем. Товарооборот партнеров за декабрь составил 15 650 евро. 8 декабря прошло заключительное событие в одном из лучших конференц-залов города. Его провели Марина Белякова и Татьяна Наумова. Сначала состоялась презентация для приглашенных, а потом мастер-класс для партнеров по приглашениям в бизнес. Мы разобрали по полочкам и цифрам маркетинг-план, и никто не хотел уходить. Всем было очень интересно. 5 часов пролетели, как 1 минута, а в конце события всех ждал сюрприз от совета директоров. Александр Бониславович Кочановский поприветствовал Комсомольск в режиме скайп-конференции и рассказал о MarketSpace и ответил на вопросы партнеров в зале. Благодарим партнеров и лидеров, которые совершают лидерские турне по городам и помогают партнерам в глубинке разобраться в деталях бизнеса. Особую благодарность совету директоров за организацию лидерских турне. Желаем, чтобы в каждой команде была возможность общаться с лидерами, которые помогут зажечь новые звезды и быстрее продвинуть наш любимый проект. Ну вот, что сказать. Вот так и создаются звезды, вот так и развиваются команды в регионах. И очень многие стартуют с небольших пакетов, но я вас уверяю, почти все они в самое ближайшее время, разобравшись, поднимаются все выше и выше в статусах. И за счет своих доходов увеличивают пакеты акций, становятся премиум и инвест-партнерами. Ну и, конечно же, все технологии позволяют научиться очень быстро лидерству. Вот Ольга Верещагина рассказывает, вы видите Татьяну Наумову на фотографии, о том, что творилось в Комсомольске-на-Амуре. В конференц-зале гостиницы «Восход» состоялась городская конференция Татьяны Наумовой и Марины Беляковой. Как с помощью IT-технологий можно заработать и увеличить доходы в несколько раз. Конференция прошла на очень высоком уровне. Татьяна, рассказывая о проекте, великолепно держала всю аудиторию слушателей, среди которых были не только партнеры, но и новички. Была дана очень ценная, интересная, доступная и нужная каждому человеку информация. Поступало большое количество вопросов, на которые Татьяна Петровна отвечала быстро и четко. Многие новички были настроены скептически, так как, побывав в разных компаниях, потеряли не только веру, но и деньги. Татьяна и Марина смогли достучаться до каждого человека, терпеливо объяснив все преимущества и отличия бизнеса с джентльменами. После презентации новички не захотели уходить и остались до конца мероприятия на регистрацию и первое обучение. Я приобрела один пакет акций компании еще в 2017 году. Это Ольга нам рассказывает. И более года просидела, не интересуясь бизнесом. Познакомившись с Татьяной и Мариной, я поняла, какую ошибку я совершила. За 2 последних недели я уже подписала несколько человек и закрыла 2 карьерных шага. Огромное спасибо лидерам, которые вывели меня из депрессии, дали шикарные инструменты, показали, как зарабатывать деньги. С огромным желанием работаю и ожидаю благополучного завершения проекта, чтобы впервые ощутить себя обеспеченным человеком. Да здравствует джентльмены! Вот что такое народный проект. Спасибо, Татьяна, спасибо, команда лидеров, десант такой из Хабаровска, который высадился в Комсомольске на Амуре, за то, что вы вот так меняете жизнь людей. Лидерское турне Эдуарда Витькова в Перми. Ну, там вообще события гигантского масштаба. Елена Гиль, Пермь. Прислала отзыв, отчет. Мы долго ждали этого события, готовились к нему. И вот оно свершилось. 8 декабря в Пермь приехал платинум президент Эдуард Витьков. В зале собралось около 300 человек, партнеров и гостей. Все с огромным вниманием слушали презентацию.
новая, необычная подача информации, положительная энергетика, эмоции, видение и вера Эдуарда в наш проект в течение часа держали внимание слушателей. Интерес был огромный, ведь речь шла о том, как впервые в мировой практике обычный человек, не имея миллионов долларов, в нашем проекте может кардинально изменить свою жизнь и, имея несколько видов дохода, создать фамильный капитал. После кофе-брейка Эдуард провел брифинг и аргументированно ответил на все вопросы партнеров, убрал сомнения и помог поверить в нашу победу. А ведь иначе и не может быть. Нам по плечу такой мировой проект. Мы международная команда, сплоченная и дружная, и у нас одна цель – создать, а затем выгодно продать наш любимый мессенджер и получить фантастическую прибыль. И эту цель мы запустили в небо с огромным количеством красно-белых шаров, символизирующих нашу мечту. Спасибо Эдуарду, нашему любимому спонсору, профессионалу высочайшего уровня, лидеру с большой буквы, за его любовь к людям, помощь, поддержку и такие лидерские турне, где каждый может познакомиться с президентом компании, пообщаться, получить ответы на наболевшие вопросы, вдохновиться и зарядиться верой в наш общий успех. Ну вот как пропускать такие мероприятия? Конечно, никак. Будьте добры, еще перелистните страничку. Вера Гахакидзе, тоже лидер из Перми, свои впечатления написала нам о событии. Вы видите, какая команда там на фоне шариков, дружная, города Перми. Дорогие друзья, к нам в Пермь 8 декабря приехал наш дорогой, уважаемый президент Эдуард Витько. Встреча прошла на высшем уровне. Зал был заполнен, не было свободных мест. Все зарядились позитивной энергией. Кстати, когда мест нет, вообще очень позитивной энергии. Так всегда зашкаливает она. И еще раз убедившись в том, что мы находимся в уникальном и технологичном проекте. Многие партнеры получили ответы на свои вопросы, а также появились новые инвесторы, впервые пришедшие на презентацию нашего проекта. Эта встреча нас очень сплотила, и мы почувствовали себя одной семьей. После события, по хорошей традиции, наша дружная команда запустила в небо шары, написав на них наши самые смелые мечты и цели. Дорогой наш Эдуард, мы благодарим вас за чуткое отношение к нам, за ценные знания, которые вы нам даете, и за веру в светлое будущее. Вера Гахакидзе. С уважением, конечно же. Ну, очень приятно чувствовать вот такую поддержку от верхних спонсоров и, конечно, участие и помощь в развитии команды. Ну, вот такие вот дела. Давайте дальше, это не все. На планете Джем движуха. Давайте будем двигаться вместе с ней. Сейчас мы увидим еще один репортаж, потому что события проходят у нас во всех городах и одновременно. И спасибо за вот такой вот музыкальный пермский ролик. Я думаю, что он всем добавил настроение. Ну а теперь мы с вами переносимся в Уфу, где лидерское турне работало прям вот таким звездным десантом, мощной, сильной семьей Самуновых «Пивовар». И 2-4 декабря в Уфе прошли долгожданные события.
к которым, конечно же, Уфа очень готовилась, и я уверена, что все их надежды оправдались. Александр и Антон показали нам отличия и преимущества GEM4Me в сравнении с другими мессенджерами и ответили на все технические вопросы. На все юридические вопросы очень профессионально и компетентно ответил Владимир, не оставив ни малейшего сомнения в успешном будущем компании и мессенджера. Александр провел 5 презентаций и показал, как работают настоящие профессионалы. Вот смотрите, со 2 по 4 5 презентаций прошло. Круто. Зоя от души поделилась с нами своим опытом работы в сетевом бизнесе и своими успехами в GEM4Me. Сложные моменты она объясняла очень просто и доступно, используя примеры из жизни. Она показала нам возможности для достижения успеха в нашем проекте, щедрый маркетинг-план, важность правильной постановки целей и порядок действий для получения результата. Мы очень довольны этой встречей, вдохновились на активную работу. Огромное спасибо нашим лидерам. Классная дружная команда Уфы. Я уверена, что сейчас вы сможете хорошо использовать все полученное во время мероприятий и работы с вами этих лидеров в декабре, потому что классно войти вот в Новый год вот с такой позитивной энергией. Всем вообще городам, которые встретили лидеров, очень повезло, и давайте как можно больше сейчас проведите мероприятий, потому что как ты закончишь этот год, как ты встретишь настоящий, так ты потом и проживешь этот год, да? Помните, такая есть у нас поговорка. 13-14 декабря в Абакане мероприятие проводит Евгений Чебодаев. 15-17 декабря в Красноярске Светлана Чистякова. 18 декабря Ростов-на-Дону Оксана Шедловская. 11 декабря Москва Людмила Строчкова, Александр Потапов и Татьяна Тарасова проводят большое мероприятие. И Гродно, 18-20 декабря, Беларусь, Зоя Владимир Самонова, Антон Александр Пивовар, мероприятие проводят Валентина Цыганец и Иванова Наталья. Давайте мы перелистнем следующую страничку. Жизнь продолжается. И Гродно, вот смотрите, 17-20 декабря просят откорректировать страничку. 17-20 декабря. Обязательно откорректируем. Итак, 9-12 декабря, то есть ну, в настоящий момент идет работа в Караганде. И ответственная там Ая Микеева. Тоже брифинги, презентации и, конечно, работа с новичками активно ведется в эти дни. Елена Гирь работает в Ульяновске 12-20 декабря, а 15-18 в Кунгуре Валентина Женина. Уфа каждый вторник, Фанит Садырдинов и Резида Слободина. Ну, хотелось бы увидеть и другие города, конечно, добавить в это расписание. Уверена, что те, кто пока отсиживаются, они услышали по поводу того, как встретишь, как проводишь старый Новый год, так и проведешь следующий. В Уфе тоже время исправляйте на 19.00, а не 18.00 каждый вторник. Ну, думаю, что мы сейчас прямо вот оперативно отреагируем. Черкесск, вот сейчас в чате кричит Зухра. Ну, что Черкесск? А пока не вижу вас. Где, когда, что? Давайте информацию. Мы обязательно объявим о том, что вы проводите мероприятие, готовы его организовывать. Итак, промоушен на каникулы. Вы знаете, что он по 1 февраля. У нас осталось что? Декабрь, январь и февраль. Простите, нет, декабрь и январь, только 1 февраля мы уже подводим итоги. И промоушен на каникулы просто фантастический. Вы себе делаете спокойно бизнес, а в это время вам автоматически в виде подарков новогодних, наверное, таких, да, прощальных в этом году,
начисляются бонусы, такие не слабые, 100 евро на первом уровне и 50 на втором за каждого новичка в вашей команде. И вот смотрите, сколько накоплено скидок. Мы уже не от 500 берем евро, а именно от 550. Помните, мы начинали с 250 евро, потом с 300. Всех зачитывали. А сейчас уже не вмещаются на два листочка. Смотрите, скидки какие серьезные уже у лидеров. И я уже даже их не буду зачитывать. Смотрите, как много. Я скажу лишь только, что города абсолютно разные. Североуральск, Кызыл, Мэйпл, Шауляй. Перелистните, пожалуйста, назад чуть-чуть, ненадолго. Мы даже города не успели почитать, с кем мы там встретимся на каникулах. Батайск, Ижевск, Уссурийск, Ижевск, Обнинск, Первоуральск, Москва, Турку, Финляндия, Ангарск, Мурманск, Екатеринбург, Москва, Москва, Киев, Россия, Бруклин, Ижевск, Нягань, Ижевск. Вот такая география. И 750 евро за чту партнеров, победителей, лидеров, вот, которые поместились все на этот листочек. Осталось 50 евро Павлу Жданова до полной победы. Давайте перелистнем назад, вернее вперед. Будем зачитывать только от 750 евро скидку. А начну я с самого начала. Лидер номер один Павел Жданов. Видите, 2950, осталось 50 евро. Ну что, Павел, я думаю, на следующей неделе вы их пройдете этот барьер и станете навсегда лидером этого соревнования, не позволив никому ни догнать, ни обогнать, ни перегнать. Итак, Валентина Шмыкова, Ижевск, 750 евро, Елена Гирь, 750, Людмила Старкова, Ижевск, 800, Ольга Кудинова, Абинск, 800, Татьяна Тарасова, Москва, 800, Елизавета Хан, Уссурийск, 900, Тамахика Эндох, Япония, Саппоро, 900, Сергей Пономарев, Санкт-Петербург, 950, Орлан Бахо, Кызыл, 1000, Сергей Крижевских, Ижевск, 1050, Римма Магаурти, Парк Ридж, 1050 евро, Ольга Ким, Уссурийск, 1050, Любовь Риско, Лесосибирск, 1050, Аяна Монгуш, Кызыл, 1050, Надежда Перминова, Лесосибирск, 1050, Татьяна Мельситова, Москва, 1100, Игорь Кирюхин, Калининград, 1350, Артур Гросс, Нацрат Элит, 1450, Галина Смолякова, Санкт-Петербург, 1450, Наталья Запольских, почему-то вопрос Россия, Омутнинск, конечно, Россия, Омутнинск, 1650, Анжели Иваскевисини, США, Вест Чикаго, 1750 евро. Это тройка уже, я зачитываю. Итак, тройка лидеров. Анжели Иваскевисини, США, Вест Чикаго, 1750 евро скидка. Людмила Новоселова, Россия, Киров, 1950 евро, второе место. И еще раз победитель всего этого лидерского соревнования Павел Жданов, Ижевск, 2950 евро. Ну, видимо, Павел, от вас мастер-класс потом, как подписывать инвесторов в первую линию и, ну, наверное, какие-то ваши секреты, которыми вы поделитесь на Маврикии. Уверена, что не только Павел поделится, но и вообще всем лидерам нашей команды свойственно делиться секретами. И я вас уверяю, вот у каждого из этих лидеров есть свой секретик, такой припасенный, такой маячок, которым он обязательно поделится с теми, кто приедет на каникулы. И я уверена, что просто отдохнуть вместе с такой звездной лидерской командой, притом не просто где-то отдохнуть, а именно на Маврикии, в пятизвездочном отеле, на первой линии, рядом с великолепным, уникальным пляжем, наверное, уже все знают, куда мы едем, это просто лучший отель, который можно себе представить, и вот мы туда скоро едем. И я вас уверяю, мы там классно отдохнем. Ну, конечно, не едем, а летим. Летим мы Emirates, как обычно. Эта компания всегда безупречна в перелетах в области сервиса.
и поэтому мы любим ею летать. Ну и, конечно, с нашими, как всегда, сопровождающими бессменными, которые нас всегда безукоризненно переносят в сказку и помогают нам чувствовать себя счастливыми в ней. Поэтому мечтаем вместе, кто еще не приступил к своим каникулам и уже закрыл для себя эту тему, хочу подсказать, что даже самые невероятные вещи можно поверить, потому что чудеса случаются именно под Новый год. Ну, я об этом вам ничего не скажу, я уверена, что скоро вы все узнаете, подождете немножечко, через неделю много узнаете. А сейчас мы с вами нашу конференцию по традиции завершим душевной работой, и я вам хочу сказать, что вы отлично поработали, вы собрали много средств за эту неделю, и мы смогли сегодня уже перевести средства для некоторых обратившихся к нам партнеров. Ну, в частности, я вот сейчас я не могу вам отчитаться просто на память, да, не буду говорить, знаю, что помогли собрать средства на операцию на сердце. И отчитаемся обязательно в следующую неделю вам о тех людях, которые обращались, и о том, что мы для них собрали и перевели. Ну а сейчас новое обращение. Екатерина Рогозина, инвалид второй группы. Уважаемые партнеры, я инвалид второй группы, являюсь инвестором Джунфоми и всегда активно занималась продвижением нашего проекта, имея ПК-075. В настоящее время я нахожусь в очень трудной ситуации. Я перенесла второй инсульт, и в связи с чем необходимы большие финансовые средства на лечение. Вся моя пенсия сейчас уходит на оплату кредитов, и я не могу продолжать необходимое лечение. Я хочу обратиться за помощью ко всем партнерам и в наш благотворительный фонд. Буду благодарна за любую помощь. Заранее благодарю всех за помощь и поддержку. Но я уверяю вас, что в такой ситуации может оказаться абсолютно любой, поэтому уверена, что и к Екатерине, как всегда, придут на помощь партнеры через фонд. Конечно, и напрямую тоже можно будет это сделать. У нас все данные будут размещены в самое ближайшее время на блоге. Смотрите, там будут данные карты. Можно и напрямую переводы делать, и, как всегда, через фонд. И еще одно обращение новое. Будьте добры, перелистните страничку. Еще одно письмо, которое пришло в фонд от Ольги Дубовой. Здравствуйте, дорогие партнеры, я инвалид с детства, пользуюсь инвалидной коляской, которую мне выдали органы социального обеспечения. По договору коляска выдается на 4 года, и раньше этого срока она не подлежит замене. Через год коляска пришла в негодность. Одно колесо удалось отремонтировать, но еще сломался рычаг. И нет запчастей, чтобы устранить эту поломку. В связи с этим я лишена возможности передвигаться. Стоимость новой коляски составляет 32 тысячи рублей, а у меня нет финансовой возможности ее приобрести. Я хочу обратиться за помощью в ваш благотворительный фонд. Заранее благодарю вас за любую помощь. И вот я всегда думаю, вот представьте себе, как тяжело людям, которые являются инвалидами с детства, и когда они вдруг оказываются привязанными к четырем стенам и не имеют возможности даже выйти и просто посмотреть на солнышко, посмотреть на небо, не знаю, там, подставить ладошку для снега. Конечно, очень тяжело, когда мы не можем оказать помощь вот прямо сейчас. Но я уверена, Ольга Дубовая обязательно от нас эту помощь получит, потому что у нас очень отзывчивые партнеры, которые благотворительностью занимаются по зову сердца и, конечно же, помогут собрать эти средства для Ольги. Уверена, что она очень скоро сможет увидеть, как говорится, белый свет. Ну что ж, на этом сегодня обращение и письма в фонд закончены. Работа, которую нам нужно было выполнить, завершена. Мы поздравили всех, рассказали о том, что происходит, поделились с вами планами, различными достижениями. И я вас уверяю, что
все самые главные чудеса, они будут совершаться буквально на ваших глазах в самое ближайшее время. И удивительные просто чудесные события ждут нас вот уже на протяжении вытянутой руки. 2019 год курантами отстучит новое время, и, конечно, оно будет для нас самым фантастическим, потому что весь самый трудный путь, самый тяжелый путь, который мы прошли с вами, это 80% усилий, которые нужно было вложить, ну, практически в пустое, неаргументированное предложение на рынке. Но в 2019 году мы с вами будем пожинать плоды, потому что 10 миллионов пользователей и наше попадание в высшую лигу мессенджеров, оно, вот еще раз повторюсь, на протяжении вытянутой руки начнется. И оттуда стремительный взлет, стремительный интерес. Он уже чувствуется, он уже ощущается по интересу крупных инвесторов, по интересу партнеров, потому как разлетаются акции, как горячие пирожки, последние оставшиеся. И потому как вообще наши партнеры сейчас себя чувствуют, как они себя ощущают, как у них настроение, как у них накапливаются новые силы, желания для того, чтобы стать рекордсменами и еще в одном проекте, Market Space, насколько... Вот правду говорят, аппетит во время еды приходит, да? Сначала сложно было увидеть вот эти горизонты и масштабы проекта, а сегодня мы все больше и больше находим доказательств, что экономика перемещается в маркетплейс. То есть маркетплейсная эра, она уже наступила, она вошла в нашу жизнь, некоторые еще не знают, но на самом деле это так. И мы с вами стоим во главе глобального, просто глобального проекта. Не проекта, а проектище с большой буквы. И вы обычные люди, вот самые обычные. Смотрите, какой-то город Сальск, какой-то там, я не знаю, Омутнинск, который мы долго смотрели, где он находится. Простите, я не в обиду, будь сказано. Маленькие города, маленькие, казалось бы, люди, маленькие капельки собираются в большие сначала лужицы, потом реки, потом моря, и создается океан, такая река, движение. И мы с вами уже такая мощная сила, которая наверняка уже просто не может никак быть остановлена, повернута вспять. Она будет двигаться все быстрее, стирать все на своем пути. Ну что ж, я хотела бы на этом завершить, но лишь хочу напомнить, что начался второй этап оплаты каникул. Не забывайте, мест очень мало, и те, кто в строю и с нами хочет увидеться на Маврикии, должны заявить о себе и сделать второй перевод. Конечно, с учетом вашей скидки, а кому-то вообще не нужно делать этот перевод. Вы его уже заработали, поэтому... Ну, классно, классно. И я очень за вас рада, что у вас все вот так вот движется и развивается в ваших городах. И мы вас очень любим, потому что вы искренние, вы порядочные, честные, дружные, умные, высокотехнологичные, мудрые. И вы сделали это все сами. Вы сделали из себя таких специалистов и профессионалов, которыми может гордиться сегодня и ваша семья, и ваша страна, и все-все-все вокруг люди, когда вы с ними встречаетесь. Потому что вы меняете судьбы. Ну и, естественно, и мы тоже очень сильно гордимся вами, вашими переменами, вашими результатами, тем более, что помним, как вы начинали. Помним, какое трудное было начало, и как уже сегодня вы шагаете с высоко поднятой головой. И, конечно же, вы достойны самой большой победы и самого большого уважения. До новых встреч, всего вам самого наилучшего на мероприятиях и, конечно, через неделю по понедельникам. А я вам обещаю, в следующий понедельник такой сюрприз, такую интересную взрывную волну мы поднимем с вами перед Новым годом. Приходите и поднимайте всех, кто там где-то попрятался в норках.
Все пускай приходят 17 декабря, мы вместе будем с вами перелистывать новую страничку нашего успеха. До новых встреч! Смартфон регулярно обновлять. Море приложений окружает тебя, а джем ведь такой себя. Джем-бум, джем-бум, создаем шум. Вместе повторяем джем-бум, 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 джем-бум. Это наш круг, покоряет всем джем-бум. Вижу на экране в красном бриллиант, он так ненавязчиво манит, и я ставлю на загрузку, и вуаля, джем теперь качает меня. Джем-бум, джем-бум, создаем шум. Мобильный жест.